Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer, и уже 21-я часть прохождения первого Dark Souls, я уже 50-го уровня. И в прошлой части все я пытался победить сраного дракона вот тут, так у меня ни хрена и не получилось. Я пытался использовать тактику, про которую был наслышан, что его можно расстрелять из лука, но ничего не вышло. И сейчас я изучил немного в интернете вопрос, оказалось, что... игру пропатчили, и вариант убийства его из лука более невозможен, потому что дракон сам себя лечит. Соответственно, попробуем использовать какую-нибудь альтернативную тактику. И еще, кстати, момент смешной. Прошлое видео я закончил чуть раньше, потому что у меня села батарейка на геймпаде. И новых батареек я не нашел, только те, что были, их позаменял. Так что будем надеяться, что сейчас все будет нормально. И не сядет. Самый подходящий момент опять она. Итак, новая тактика. Соответственно... так. Как мы делаем? У него, кстати, хвост снова отрос. Значит, мы стреляем в него из лука. И когда он спрыгивает на мост, мы должны успеть его пару раз ударить по голове. Давайте попробуем. Ах ты тварь! Урод, обманул меня. Так, нужно потренироваться сначала. С переключением. Так. Стреляем. Раз, два. И бьем. Думаете так? Ну, давайте попробуем. Так, достаем лук. Целимся. Стреляем. Раз, два. Так, я еще жив. Так, в принципе, смотрите, что я думаю. Не знаю, нужна ли мне эта алебарда. Во, большой меч дракона. Не, у меня силы не хватает на него. Ну, самый страшный из того, что у меня есть, да? Алебарда 245 наносит. Меч черного рыцаря. Все-таки мой побольше наносит урона. Ну, давайте тогда с мечом, наверное, и будем. Вот, блин. Геймпад-то сел опять, тварь! Ну ладно, тогда альтернативный вариант. Thank you.
по проводу геймпад сейчас подключу тогда. Батарейки завтра тут купить получится. Дома нету свежих. Так, завибрировал. Все работает. Так. Походу мне пизда. Ну, в целом схема-то рабочая. Теперь дракона нет. Ну, подлюка где-то там, давай. Ой, ну что ж такое? Как вот теперь опять стригеришь, чтобы он появился тут? Так-то я понял, нужно просто по одному удару ему в голову наносить, не пытаться второй раз ударить. Ты прилетишь, урод? Или все, не ждать тебя больше? Ну и алебарды лучше всего, конечно, билась по нему. Сраный дракон-то, а?
хоть 10 фляг опять у меня. Ну, дракон, ты чё? Не хочет появляться опять, урод. Улетел и все, типа. Ну ладно, хрен с ним тогда. Пойдем тогда опять в крепость сена. Сюда еще вернемся мы к этому дракону, разберемся с ним. Получит он еще свое. Не знаю, я вот знакомые, кто проходил Dark Souls, и кто сейчас проходит, у них у всех типа все так просто. Убили этого дракона сразу же. А я вроде уж 50-й левел и все равно не могу с ним совладать. Ну, давайте присядем у костра. И пошли теперь в крепость. Один раз я там уже погиб. Опа. Ловушка какая-то. Ящерица. Ни хрена себе они. Одна есть. И вторая есть. А вон там, да, щели, с которой стреляет-то. Интерестинг, как говорится. А вот эти два, походу, надо разом пробежать. Да ну нафиг.
Умри! Так. Давайте подлечимся для верности. Так, отлично. Ух ты, блин. А тут этот урод стреляет. Чё ты думаешь? Единственный тут стрелок. А он по мне не попадает. А чё я его не вижу теперь? Он в стелс ушел? Или это глюки? А, все. Окей. Так. Как тут пробежать? Тоже, блин, опасный момент. Угу. А, ну тут, скорее всего, надо сразу между двумя пробегать и все. Сундук. Ловушка. Большой осколок титанита, отлично. Ну, опять-таки уроды снизу. Катсцена или зависла? Что происходит? Экран почернел. Развисла. Что бы это значило? Блин, ты враг или с тобой поговорить можно будет? Не пойму. Он вроде такой, смотрите. Тварь. Да, он просто спал, походу. Но я что-то не понимаю, второй раз такая тема. Неожиданно чернеет экран просто полностью. Я думал, какая-то катсцена началась. А потом, оп, все типа развисло. Что это значит? Пишите в комментариях, если у вас такое было. И пишите, как вы дракона убивали. Нормально они пробивают.
Так. Дубль 2. Так, этого убили. Пробежали. Опять его из лука расстреливать, походу. Опять он исчез. Мне казалось, эти стрелки, они не восстанавливаются. Умри. Нет, жив еще. Умри. Отлично. Маятники. Напоминает, игра Pitfall была такая на Сеге. Похожие были ловушки. Да, он просто спит, типа. Проснулся. Так, тут какая-то бездонная, видимо, пропасть. А вот сюда, смотрите. Лестница. Что это было? Опа! Какие-то шары катаются. Нормал, нормал. Чё-то стрёмно. А, ну он-то тварь, смотрите, согрел, и сейчас ее придавит следующим шаром. А-а-а. Лошара. А вон, смотрите, сидит там этот друг наш. Нет! Фу. Чуть не укатился вниз туда.
там ничего уже нет. Привет, друг. Indeed, I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I must say, боюсь, я пухловат из подобных упражнений. But who knows? Perhaps we'll have another development. Бедняга, не стрёмно ему сидеть так. I could try some rolling. Bah, no job. Бей пинки. Это его, что ли, имеется в виду мне запинать, чтоб он улетел? Не. Успею. Оп. Тут туман, а тут что? Тут еще больше этих рыцарей и сундук. Дивный клад. Кольцо стальной защиты. Интересно. Давно новых колец у нас не было. Повышает защиту от физического урона. Принадлежало королю рыцарю Рендалу. Обеспечивает защиту владельца, усиливая защиту от физического урона. Одна из наиболее известных легенд о короле рыцаре Рендале описывает его сражение с огромным драконом, которого он порубил на куски. Так, а что у меня надето? Кларантия и с волком. Кларантия, стойкость надо. С волком что делала? Улучшает баланс. Одно из особых колец, дарованных четырем рыцарям Гвина. Кольцо волка, принадлежавшее Арториусу, путнику бездны. Несгибаемой волей, бесподобно владел большим мечом. Ну вот, давай вместо него наденем стальной защиты. Окей. Бесконечные шары. Ну, вообще они простенькие, эти ящерицы. Что за звуки вообще? Уж стрёмно тут находиться. В каждой комнате. Ха-ха, нифига да. Тут тоже шары катаются, я смотрю. Ага. Вот так, значит. Наверх или вниз? Блин. До него даже докасаться нельзя.
А вот какой-то прям завод. Ага, его штырь выталкивает. То есть там откуда-то берутся эти камни. И штырь их может выталкивать, в принципе, в любую сторону. Да? Занятно. Так, ну это, походу, всегда в одну и ту же сторону все происходит. Вот сюда, если выталкивать, то вообще камней не будет больше. О, да, то есть я могу повернуть, как захочу, да? Вот. И они просто будут вниз улетать теперь. Значит, давайте для начала, откуда пришел. Тут слишком запутанная конструкция. Тут вот урод. Угу. Тут какая-то, хотел сказать, бездонная яма, но есть лестница. Я уже запутался, честно говоря. Берегись, удержи обеими руками. Это что за конструкция? И сундук. Ах ты тварь! Ай-яй-яй! Захавал меня, урод. Офигеть. Опять отсюда. Но с другой стороны, получается, камни я уже повернул, они по-другому катиться должны. Убьют. Что-то сразу прям не зашло, давайте. Рестарт. Твари. Хе-хе.
Так, одного убил, с вторым полегче будет. Все, отлично. Да, вот он исчезает, когда в дверь заходит, типа. Все. Подлечимся. Го-го-го. А, тут походу, да, тоже можно, чтобы шар отсюда скатывался, сделать, наверное. Змеиный большой меч. Интерестинг. Так. Тут у нас... Ничего больше не катится, да? А где дружок наш? А, ну, я выключил шары, и он сдвинулся, походу, да? Ух ты, какая-то змеиха! Змеиха. Шотел. Какой-то изогнутый меч. Интересно, насколько они глухие. Еще удар.
Да, дружок где-то дальше, я его пропустил, походу. То есть вот эти камни, что катились вот тут, это те же камни, что катились вон там, правильно? А, так тебе и надо. Как вот этого? А, вот так, наверное, можно его, да? Черт возьми, тут какие-то проходы. Отчаяние впереди. Ой, улетел. Кольцо с дремлющим драконом. Еще одно кольцо. Владелец не производит шума. Это кольцо тайно носил один скрывающийся колдун из Винхеймской школы драконов. На кольце выгравирован пресносущий драконом в немом оцепенении. Маскирует весь шум, издаваемый владельцем. О, это по стелсу можно, норм. Так. Это вот я тут был. Тут, соответственно, непонятно, можно ли куда-то спуститься или нет. Ну так, по краю, по балкам-то, конечно, можно. А вот там какая-то здоровая тварина сидит опять. Блин, а на самом деле же прошлые свои души не собрал. Сейчас буду сражаться с этим уродом и, походу, проиграю, скорее всего. Черт, я не могу тут бегать еще. Нет! Нет, 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 нет! Умри! Демонический титанит, неплохо. Душа отважного воина сойдет. Коса.
Я тут еле хожу, тут липкий какой-то пол. Он, кстати, на черную икру похож, у него следы остаются. Так, ну он тут не один был. Вон, я вижу еще один, да, он сидит. Черт, тут еще змея. Странный упырь безголовый еле ходит. Ох ты тварь, еще смотрите, это свалилось. Сюда. Их там три, что ли, вообще. А, во-во, отлично. Он выманивается сюда потихоньку. Эй, ну куда ты пополз? Иди сюда. А он застрял, что ли, там? Ты застрял в текстурах, бедняжка. Блин, хреново, что он проползти не может. А я не могу к нему ближе подойти, потому что меня со спины расстреляют, а те уроды. Черт, тут еще их двое. Нет. Пей. Последний. Тут я и умру, походу. Да. Блин, отстой вообще. И прошлые души не собрал. И эти хрен соберу.
И эти не соберу. Ладно, давайте на этом тогда и закончим. В следующей части продолжим. До скорых встреч.